Итак, ответ на вопрос от Индекс, как импортировать RBX в Blender. Я буду показывать на примере того же форест-пака, потому что, допустим, мне очень удобно создавать всякий лес и так далее с помощью Макса и потом в Blender это все загружать. Поэтому создаю plane, допустим, ну, пускай это будет какой-то такой газон 10 на 10 метров, не газон, а поле, вот, использую forest pack, применяю в forest pack в библиотеке, выбираю пресет middles, пускай это будет какое-то вот такое поле, окей. Затем создаю октан, Daylight, оп, есть, проверяем, все, трава есть, трава, цветы и так далее. Выглядит это все дело таким образом. А теперь задача это все экспортировать в Blender. Как это сделать? Rendering, Render Stop, Tools. Octane Export, Use Define Folder, указываем папку, RBX, называем Grass, Export. Открываем Blender. В Blender удаляем Box, создаем Plane, в Octane, Render Engine Octane, в Properties, спускаемся ниже, RBX файл, выбираем этот файл, есть, проверяем, убираем сетку и настраиваем гамму. Это все, что я хотел показать в данном видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.